Kad nepaklystume ieškodami aplinkelio, mūsų filmavimo grupė pasitinka 12-metis Andžejus. Kaip tikras vyras, ramiai. Be jokio streso bendraudamas su nepažįstamais žmonėmis, paauglys parodo kelią į namus. Čia laukia dar 4 vaikai – mama, tėtis, močiutė ir senelis. Per keletą minučių Andžejus užkariauja visų mūsų simpatijas. Šis jausmas dar labiau užlieja širdį, kai susipažįstame su visa šeima. Namuose skurdu, bet labai jauku. Gana santūriai, tačiau šiltai bendrauja vaikai. Ne akimirkos be jų dėmesio nelieka greta mamos pasodinta neįgali sesutė. Andžejus jai atneša neseniai šeimos nariu tapusi 4 mėnesių šunelį. Po keleto minučių vaikai sesė jau rodo naktį gimusius kačiukus. Katė jiems leidžia paimti mažylius į rankas, pasitikė. Netrukus nešinas savo katinų, iš kito namo galo pasirodo ir senelis. Ar nesunku, klausiu šeimos galvos Stanislavo, vietos visai mažai, o vaikučių tiek daug? Еще бы хотел. Еще бы хотели, да. Это счастье. Свои дети есть дети. Должен воспитать, должен накормить, одеть, и чтобы дети ни в чем как бы не внуждались. Там уже не говоря там, ну, а что-то лучшим им что-то купить, что они хотят. Ну, чтоб самым не главное, чтобы одетые и покормленные были. А там уже вырастут как-то, перебиваются, то что знает, что ей надо. Уже если лекарство надо, так бывает, что у нас так получается, что денег нету, и у сына старшего есть. Ну вот, так я говорю ему, Андрюша, дай Эрике на лекарство, так он без проблем. Нету такого. Любит сестренку очень. Да, он очень такой. И лекарство надо в аптеке, он только идет, забирает. В Санторишке надо шприцы, чтобы кормить. Тоже он ездит, покупает. Ну, как бы очень так удивляются все, что он такой заботливый. Умею и кормить умею, и лекарства знаю, как ее давать. Уже все привыкшу. А успокоить ее, если плачет? Или да. Часто она плачет? Ну, как бы, если как бы ей она какая-то, ну, не веселая, тогда она бывает плачет, а так то, как бы и самому тогда, ну, как не знаешь, как успокоиться, так то бывает, если утром проснешься, хорошее у нее настроение, то тогда и сам как бы такой веселый, и играешься с ней. А что вы играете с ней, как вы играете? Ну, так, то возьмем на руки, походим с ней, то идем, ну, если вот летом пойдем там на улице, там к собачке, там еще говоришь, что какая собачка там, ну и так далее. Мама говорит, что ты свои деньги можешь дать на лекарства сестренке. Да, если есть. Ну, там, если имею, ну, там, то если надо лекарство, то я тогда даю. Не жалко совсем? Нет. Мне уже пускай там конфет не скушаю, а ну, сестренка там вылечу. Любишь сестренку? А мама сейчас плакала очень. Часто плачет? Ну, как бы, когда сестра больная, то переживает. Ну, и так. Да так-то никак бы не. Только что из-за сестры там. Когда вот в реанимации последний раз лежала, тогда я с ней ездил, ну, и сам сидел, ну, самому жалко стало, когда она плакала. Ты как-то не очень большой, ну, совсем мужчина, мне кажется, уже. Мне сестру жалко. Мажа Эрикой 5. Елена сако, kad laukėsi vaikelio taip pat džiugiai, kaip ir prieš tai gimusių. Jokių požymių, kad Эрикой kas nors negerai nebuvo. Как бы все хорошо, была беременность и шла нормально, а потом уже как родила, ничего врачи мне как бы нормально не сказали, что она больная. Выписали как здорового ребенка с больницы. Только что она маленького веса была, мы так думали, что подрастет и будет ребенок здоровый. Но потом как-то посмотрела, уже ей было почти 5 месяцев, что она ни игрушки не берет в руки, ничего, головку не держит. И ездили каждый месяц к неврологу консультироваться. Как бы тоже там ничего нам не сказали. Отправили в райдос-центр. Там уже нам сказали, что у нее церебральный паралич, надо ложиться там в больницу к ним. Dar didesnės negandos šeimų užplūdo, kai mergytei suėjo metukai. Baimė dieną naktį ir reanimacija tapo jų nuolatinėmis palydovėmis.
первый приступ был очень страшный, все были в шоке. Бабушка, мужа, мать вообще микроинсульт получила. Бежала за скорой, два раза в обморок падала. Но то, что я пока тут документы искала, она ее на руках держала. И практически там мертвая была, сердце три раза останавливалось. Делала ей искусственное дыхание. Но потом нас везли уже, где близко больница Антакльнис клиника. Положили в реанимацию. И нам тогда сообщили, что это первый эпилептический приступ этот. Тогда мы уже уже ждали, что второй, третий пойдет, так и пойдет. И часто были приступы? Да, очень часто были. Сразу очень часто, по 3-5 раз в день и на неделю то же самое. Почти каждый день. Так тоже часто в реанимациях она лежала. Пока ей назначили курс лечения уже медикаментов, лекарства. Dabar jau kiek lengviau atsidūsta Jelena. Per ketverius metus išmokome pažinti artėjančių priepuolių ženklus ir dažnai suspėjame užbėgti jiems už akių. Tačiau visą parą turime būti budrus. Раньше она как бы спала отдельно, но потом, как у нее начали во время сна ночью приступы, и бывает, что ни с того ни с сего температура 40 ночью прыгает, так я очень, опасаюсь ее одну ложить, чтобы, всегда я с ней рядом. Я ее уже там нигде не оставляю, чтобы... Так и днем, и ночью всегда рядом. Да. Уже утром надо что-то сделать, кушать, так я ее ставлю в коридор с коляской вместе делаем. А если уже бывает плачет, так бабушка берет, помогает. Чтобы сделала, убрать там, кушать сделать детям. А уже когда дети со школы придут, тогда я уже могу идти свободно что-то и на улице делать. Потому что дети смотрят. Они и так ничего мало видят свободы. Потому что все время дома, знают, что надо и мне помочь, и Эрику посмотреть, и мне работа есть. Там бывает, один раз выпустишь к тете, к детям, все, на часик это... Это им очень большое счастье, что их отпустил уже. Потому что тоже сочувствую, что дети эти ничего не видят. Что им тоже хочется и побегать, и поиграть. Mūsų vaikai žino, tikina Jelena, kad pinigus reikia uždirbti. Nuravės daržus, prineš malkų, gaus po litrą ar du. Galės ledų nusipirkti. Visi draugai ir pamatus priestatų liejome. Sutilpti dviejose kambarėliuose dar šiaip netaip sutelpome. Bet žiema labai šalta. Net naktį kartais pakurenti reikia, kad Erika nesušaltų. Mergaitė tuoj pat ima mėlynuoti. Prasideda spazmai ir iškyla priepuolio grėsmė. Старшие мальчики все помогают, хорошо. Та и бетону носили, фундамент заливали. Ведрами старались. Что больше можно сказать? Послушно ли бывает? Как дети есть. Играться хотят. А время играть не очень-то. Сестренку надо присматривать, отцу помочь. Да? Старшего оставляешь большинство присматривать. Младший только что. Со мной большинство. Жена тоже сама зигала бетон ведрами. Мы старались для себя, чтобы сделать что-то. Своими силами. Клаусанти Станиславу нет sunku patikėti. Kad dieną naktį nuo dukrelės akių nenuleidžianti Jelena, dar ir vyrų statybose pagelbėja, daržus nuravi, uogų ar grybų prirenka ir turguje juos parduoda. Kiek jėgos savyje turi ši iš pirmo žvilgsnio gana trapi moteris? Praktiškai ja уже отдыхнуть могу в 12, когда она засыпает, я ее на себя ложу, и она спит, потому что так она не спит, только на руках, и вот я тогда могу посидеть. Отдохнуть и, сколько она там, 10 минут, 15 поспит, и все, вот весь и отдых. В 5 утро голова очень страшно болит, таблетки пью, и Раминанчес таблетки пила, один раз выпила, потом побоялась, потому что подумала, я выпью на ночь, и вдруг я крепко усну, ее не досмотрю, так я уже одним глазом сплю, одним глазом все ее там проверяю, или удобно ей лежать. Или повернуть надо ее, или там не корщоя, так.
Каждый вечер одна мечта, когда ложусь спать, чтобы я встала, и она меня бы разбудила. Ну, чтобы выздоровела. Все. Ну, конечно, так не будет. Но каждый вечер вот ложись спать, Бога просишь, чтобы она, ну, что-то хоть, какой-то сдвиг у нее был. А так, если она здоровая, мне хватает ее на улыбки. Если она улыбнется, тогда мне жить хочется. Я могу все делать, ходить. Она мне смеется, но когда она больная,